Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Wolfenstein, новый порядок, New Order. Мы оказались с вами на подводной лодке, и здесь мы шли куда-то там дальше, да? Все, вспомним, сейчас драться будем. Или ты будешь драться? Ну давай, ты, у тебя всегда медленно и хорошо получается, а у меня быстро и плохо. Да. Чего? Убейте его, или я сам вас убью. А кто убьет? Давай. Ох, ты попал, паскуда. Вот это дерьмовый хер. Ему в голову надо, козлу. Постоянно тормозит. Нет у нас таких игр. Капец вообще. Не тянет. О, панзы. Музыка. Электроника. Позицион, сам ты позицион. Используй лосьон. Сейчас они сами ко мне прибегут. Идите к папе. Кан-кан-кан-кан-кан. Хэндэхох, сам ты хэндэхох. Хэндэхох, как без этого? Хэндэхох, хоха. Чё? А, это роман. Железные нервы! Видишь, разорвался. Один кусок его как-то что-то с ним делает, а второй разрывает. По нулям. Дробовики по нулям. Автоматы 39. Давайте автоматы возьмем. Больше нечем стрелять. Просто сейчас их кокнем. Там очень много всего валяется. После этих фашистов поганых, проклятых, созданными Гитлером поганым, который застрелился как трус немецкий. Германия пала. Русские живут хуже, но все равно мы выиграли, отмечаем победу. А немцы сто раз лучше живут, молодцы. Но Гитлер сдох. Падаль. О. Вот смотри, здесь если их нет, то можно пойти пособирать. Очень много всего. Вон там есть много. Да. Ну что, все, собираем. Назад, пойдем собирать все. Я все соберу. А вот и цель, пока не надо цели. Нет, ничего не буду делать. Пока соберем. Сначала надо собрать, действительно. Сойти с ума! Жесть. Без муха, без еще. Перед смертью муха хотела взлететь, а паучок ее ужалил, высосал все внутренности. Ой, сколько всего, жесть. Класс. Что-то орут, как здесь, или что-нибудь? Да пусть орут. Все равно мы всех тут перебьем, одни останемся на этой подлодке. Ну давайте, ну все, слушай, же играем 6 минут, а ты еще тормозишь. Что ты тормозишь? Шкура. Жаль, что ты мертвый не слышишь. Разозлилась бы и вообще выключилась. Да? Так, это назад, нам туда. Вперед, огодище. Своим дедушку Ленина. Ленин жив, Ленин жил, Ленин всегда был. Раньше в букварях это было написано. Ленин жив, Ленин жил. Ленин... Зачем они, интересно, это писали? Потому что Ленин. Ленин всегда говорил учиться, учиться, учиться. Угу. Такой местный философ, да? Ну, чё бы она, ё-моё, естественно, да. Нужно учиться всему. Ну это понятно, будет это любой легче. Человек может сказать, что надо учиться. Ну, и ну вот Ленин его... был, Ленин будет... против буржуев там что-то создал революцию, эти козлы богатые были. Или против кого он там воевал, я честно не помню, не хочу опозориться. Но Ленин был хорошим, в общем-то. Направил каких-то этих на какую-то фигню, революцию устроил, молодец, переворот. Революция! О, садимся, а, ну вниз все равно идти. Ух ты, ёлки. Ну, вроде бы все, да? 6 из 4. Зашибись. Да все уже, да ты можешь ничего не брать, это здоровье нам, оно только падает. Ух, нихера себе, растяжка, как я бедь. Повезло, шпагат научился садиться. Дробовики, дробовики. Тормозаки. Сойти с ума! Все, цель.
Где наша цель? Ну вот все, вроде тормоза цель. Прошли, нормально все. Вот почему, да, вот смотрите, вот игра как бы сначала тормозит, а потом все восстанавливается. Фиг его знает, почему разгоняет. Буй, мое. Буй. Ну что, режем? Режьте! Хорошая штука, кобздец. Поднять будет. Ага. Та-дам! Заставки вообще не тормозят. Кот в мешке. Мешок в реке. Держи канал открытым, Блажкович. Мы близко. Идем на твой сигнал. Ты в курсе, что ты угнал, капитан Блажкович? Это же молот Евы, фрагмент нацистского подводного флота. У них на борту ядерная пушка. Поправка. У нас на борту ядерная пушка. Зашибись, вертолеты. Мы выиграли войну, считай, что у нас ядерная пушка. Я, капитан этой роскошной лодки, был храбрый, мало, это уж точно. Ключи шифрования от ядерной пушки в могилу забрал. Не стреляет, ядерными боеголовками нет. А мне так хотелось запихнуть атомную бомбу черепу в глотку. Значит, надо достать ключи. Нигде на планете Земля не тянет ядерных ключей шифрования. Они хранят на лунной станции. Капитаны подлодок учатся и учат их наизусть. Лунная станция очень хорошо охраняется. Там нацисты проводят все секретные исследования. К чему ты клонишь? Каролайн с Аней работают над планом в штабе. Барух, Ашем, мы здесь. Нихера себе. О! Пойдем. Сома! Эту песенку да. Еще много других песенок. Но я знаю песенку Кукурику Петушок. Может, она что-то откроет. Отойди с дороги, уйди. Ядрить меня в башку. Че, спел песенку она? Чувствуешь, как трясется земля? Этот проход не использовался веками. В смысле веками? Кобзец, а сколько мы... Заходи. Веками, нихера себе. Че, 10 лет, 10 веков назад, что ли, использовали? Пойдем. Да, Сома, жесть, Сома. Давай, капитан Блажкович, запускай. Запускаю. Нихера. Зергут, там, поехали? Зергут, очень хорошо, поехали. Я ждал этого момента. Многие из нас хотели установить силы в этой войне. Уравновесить, да. Силы. Но все случилось очень быстро. Одни погибли, другие были изгнаны. Сома, начало. Мы начали передавать знания правительству, которые оказывали сопротивление нацистам. Но на какое-то время у нас появилась надежда. А потом нацисты сбросили атомные бомбы. Да, надежды больше не было. Я помню, когда члены Датхут собирались в такое вот места, жизнь била ключом, и все каналы природы тогда были открытыми. Но теперь, возможно, после нас сюда уже никто не придет. Мы на месте. Что тут у нас? Осторожно. Заходи уже. А? Тут переходная камера в главный зал. Стоп. В каком смысле осторожно? Осторожно... мы так попадем в главный зал. Что-то я не узнаю эти знаки. Так дай посмотрю вас, Ист Пассерт Блажкович. Заходи. Значит, ты, Блажкович, я прикрою с тыла, ага. Ну ладно. Заходим, чё? Ага. Водичку откачиваем. Все, можно снять. Но мы на глубине по-прежнему. Охренеть. Такой деловой, а? Дедок, пропустили мы тебя. В твою пещеру эту. Это очень хорошее место. Могущественное. Магнитные исследования это... Чуть штаны не наложил, когда... Что? Господи. Это еще что? Это тайное хранилище. Сначала надо активировать магнитное поле, чтобы открыть вход.
Эта машина управляет электромагнитным полем. Да. Да-да, ты готов, Ингеле? Раз, два, три, пуск! Кажется, что-то сломалось. Подержи, пожалуйста. О, да-да. Так, Блажкович, покажи мне свой лазер. Да вот, на, держи. Вот. Это призма Датэдхуд, она настроит лазерный луч на нужную частоту. Сможешь заряжать магнитные катушки? Видишь их? Наверху. Я пока починю эту штуку. Куда мы это попали? Это древнее место. Одно из многих Датэдхуд. Строили подобное, когда человечеству еще не был известен компас. Да соби. Читай тогда. Если ваши цели ясны, если у вас есть союзники, все возможно. Ты понимаешь? Заряжай наверх. Другой, что ли, херней? Блазкович, стреляй в катушки из лазера. Катушки? Да, Шимшон! Да, е! Дорожка. Ух ты, мой мужик. Конечно. Подожди. Два раза не стреляй. Оу! Прыжок. Не надо, не трать лазер. Перепрыгивать можно. Давай. Они сворачиваются, представляешь, тебе надо успеть. Не совсем, но уже слишком намного лучше, верно, Герб Блажкович? Класс форме подъемника. Давай. Опа. О, здесь они уже есть, смотри. Запрыгивай туда. Теперь опусти платформу, Блажкович. Мы сейчас подойдем. У-у-у. Главное, чтобы... Видели, как он это делал? На самом верх и ни секунды промедления. А вы... Он человек действия. Ты человек действия, Шимшон. Ты человек действия. Как и я. Вы сморкаете, что ли? Так, сейчас они здесь будут исследовать. Смотри, сколько здесь иероглифов. Будет что делать. А теперь не понимаемся. А, теперь понимаем. Шимшин. Поехали. Поехали вверх, Шимшин. Покатаемся. Чё ты вообще? Дедуля умный, фигли. Инженер. Ладно, изучай. Оу! Зашибись. Ой, забирай, что-то там лежит. Кто это положил сюда? Только попробуй сказать, что Сет Рот не гений. Сет Губы гений. Что ж, друзья, мы на месте. Подходите, осмотритесь. Проходите, осмотритесь. Если что, пригоняйте, бейте, но учтите. Вы... На священной земле. Робот, как он сюда попал. Бери. Привет, мам. Спасибо большое тебе за носки. Теплые сидят хорошо. Дела у меня нормально. Ничего интересного не происходит. Сегодня посади в тайну подводную лодку. Потом надел водолазный костюм и поплыл в самую бездну долбанного Атлантического океана. Не буду утомлять подробностями. Короче, теперь я в тайном хранилище, набитом волшебством. Невообразимыми штуковиной, таким, что голова идет кругом. Разумеется, со мной чокнутый убийца нацистов и какой-то гений-чародей. Который у нас это сам... Надеюсь, произойдет что-то поистине настоящее внимание. Передавай всем привет, конец связи. Прием. Что у нас тут с Кэролайн? Есть данные по ключам шифрования для ядерной пушки. Аня, это войска отзывались Африканского фронта. Отозвали. На борту главный ученый из программы Черепа по созданию суперсолдат. Сегодня он отправился на лунную станцию.
где запланировал запуск новых суперсолдат. Мы перехватили войсковый состав, найдем главного ученого. Украдем его документы, и Блажкович займет это место на лунном шаттле. На лунной станции ты найдешь ядерные ключи шифрования и вернешься на Землю. А как именно мы перехватим скоростной войсковой состав? Остановим в Гибралтарском... Ладно, да ладно. Сет, есть мысли, используем это. Невероятно мощная вещь. Название переводится на английский язык. Я думал, шпиндель вращения. Брось его перед... Что он угодно остановит. Отлично. Пора за дело. Поезд уже в пути, чтоб меня... Я знаю, что ты задумал, Блажкович. Хрен тебе, но я себе оставил. Лучше отдай Кэролайн. Зашибись. Ни хрена себе мостик. Супер трасса на африканский конвейер. Состав будет на мосту в любую секунду. А что нам делать? Слышал, Блажкович? Готовься. К чему? Что делать? Готовимся. У. Мы сейчас что, на Луну отправимся? Эй, поезд, он уже здесь. Походу, это какая-то бомба, что ли, или что-то такое. Нихера себе, как дед. Матери Божьей, да. Ты хоть раз такое видел? Правда видел, Биджей? Хрена себе, что же я такое сделал? Ну не знаю, капитан, обычное дело. Разрушение с тобой всегда так. Такой уж ты есть. Кэролайн, слышишь? Состав остановлен. Сейчас высажу этого чокнутого. У него такая мода серьезная. Ясно, отлично, так держать. Его, он его считает... Эй, Бласка, видишь, вон так вагон с шестеркой. Висит на обрыве, как сопля. А на борту написано «Лондон, гудбай». Обалдеть, если я готов поставить черепушки, я тебя высажу в ближайшее безопасном. И двигайся к тому вагону, понял? Давай. То есть вот этот корь... Пошел, Блажкович, прыгай, давай, куда? Жесть, прыжки. Расстреляй швейцев, Бласко, и двигай к вагону с надписью «Наутика». Я поищу безопасную точку высадки где-нибудь поблизости. Ну почему так мало-то патронов? Я же набирала. Улин, по протоколу черепа должен быть весь белым. Итак, Блажкович, найди нациста в белой форме и выкради его документ. Это твой билет на лунную станцию. Он должен быть в одном из вагонов. Хорошо, нахер. Дневник. Иди взад. Так, сохранение было у нас, да? Да. Ну тогда здесь тормознёмся. Эффектная такая серия была у нас. Подписка на канал, вступайте в рубку, а так комментируйте, ставьте лайк, всем до чапок с пока.